Здравствуйте. Здравствуйте. Как же вас зовут? Меня зовут Мария Шумилова, мне 10 лет. 10 лет. Откуда вы, Мария? Из Москвы. Ну, знаете что? Я хочу сказать, что мне сейчас очень жаль, очень стыдно за то, что я не повернулась, потому что я совершенно сейчас не выполнила свою функцию угадать. И не угадала, что вам 10 лет. Я думала, что вы настолько музыкально, по-взрослому спели эту импровизационную, сложнейшую, джазовую, взрослую композицию, которую не каждый взрослый вот так вот споет, понимаете? Я решила, что... Сергей Сергеевич. Извини, что перебил. Не только по-взрослому, она правильно все спела. Вот. Она спела все так, как нужно. Это просто, знаете... Я даже не могла себе представить, что вам, например, там не 14, не 15, а вот 10, правда. И, ну, если бы возможно было повернуть время вспять, я бы, конечно, нажала 15 раз, развернулась вообще, и дальше прошла бы с вами интересно. Добавь еще туда 3 нуля. 3 нуля? 15 тысяч раз. 15 тысяч раз, и еще 15 тысяч третий повернулся бы Дима. Да. Да. Я, знаете, чего хочу сказать? То, что вы очень боец и смелая, очень смелая, прям вообще. Что будет прям дальше с вами, ох, я не завидую тем вашим современникам, которые будут жить с вами в одно время. И пытаться конкурировать. Да, и пытаться конкурировать, знаете, на самом деле, правда. Ну вот честно. Ну, я вас... Ну, мы все современники. Вам нравится джаз? Ну, вот совсем вообще. Те, да, современники. Да? Вы любите джаз, вы любите слушать, вы его понимаете, совсем вы его чувствуете. Да, я очень люблю джаз. И любите импровизацию? Да, очень. Просто. Ну, у вас огромное, взрослое, настоящее будущее прекрасного музыканта, вокалиста. И, правда, действительно, мы современники, и нам повезло, потому что мы будем вас наблюдать наверняка. Современники, очень, ну, да. Ну, очень, да. Крутая. Очень крутая. Да. А мы, кстати, даже чуть-чуть рады, что вы не повернулись. Мы забираем Машу к себе в оркестр. Вот так вот. Молодец. Молодец. Молодец.